Проверяем, работал схемы, как работает. Ходовой режим, тормозной режим. Чтобы быть уверенным, что состав выходит на линию в рабочем состоянии. В практике, в принципе, сложностей никаких не было. Потому что все равно мы все прорабатываем все эти неисправности. Здесь, на работе, на линии, на тех занятиях. То есть, поэтому это все рабочие моменты. Практическое задание – это была непополняемая утечка тормозной магистрали на подвижном составе. Сработали тормоза непринужденно. То есть, надо было устранить. Мы даже ориентировались на положение о конкурсах того же московского метрополитена. И, в принципе, вот я пообщался с машинистами других метрополитенов. У всех примерно одинаково. Также теоретическая часть, также практическая часть. Но за исключением, что каждый метрополитен в теорию включает непосредственно то, что касается нас на работе именно на нашем метрополитене. А там организаторы старались сделать обобщить, потому что каждый работает по своим инструкциям. Отец всю жизнь работает машинистом, дядя работал машинистом на железной дороге, потом работал здесь, в метро, с открытия. Мне нравилась профессия машиниста, как бы. Я не жалею, что я пошел машинистом.